Всех приветствую на своем канале. Сегодня очередное видео покупки магазин заодно. Покупала я косметику метро Биберева на рынке. Первая покупка. Это две краски Fito Cosmetic, Fito Color. Стоит она 59 рублей. Я брала цвет 4.0 каштан. Стойкая крем-краска для волос, без аммиака и без запаха. С маслом ромашки и растительным коллагеном. Надежное закрашивание седины с эффектом биоламинирования. Срок годности до 03.2019. Я эту краску только видела в магазине заодно и иногда бывает в магазине Южный двор. Далее. Взяли крем. Тоже он со скидкой, обычно он 70 с чем-то рублей. Это крем Вилента для лица, дневной против морщин, регенерирующий. Пектиды. Интенсивно увлажняет, моделирует контур лица, сокращает глубину морщин. Отличный крем, берем уже второй раз. Это же марки. Я взяла шампунь попробовать Вилента. Мне очень понравилась марка эта, маска. Я решила попробовать шампунь. Шампунь был трех видов, красный, голубой, желтый. Я взяла желтый. Он восстановление сияния, питание, укрепление силы. Здесь 280 мл. В состав входит экстракт крапивы, ромашки, репейное масло, пантенол, кератин и протеины. Срок годности 3 года, дата выпуска 09.2016. Но я думаю, я его использую. Но аромат такой, ромашка, крапива, чувствуется такой приятный аромат. Далее. Взяла Линда косметик, 89 рублей. Это комплекс гидрокислот яблоко, очищающий гель для умывания, бережное очищение, мягкая и гладкая кожа. Здесь у нас 200 мл, срок годности до 06.2019 года. Обладает очищающим, увлажняющим свойством. Комплекс гидрокислот разглаживает кожу, запускает естественный процесс регенерации. Экстракт яблока делает кожу более мягкой, гладкой, придает ей сияющий внешний вид. При лигуряном использовании геля повышается эластичность кожи, гармонизируется ее водный баланс. Я пока не пробовала, но я могу уже рекомендовать, потому что Линда хорошая косметика, потому что я до этого брала Линда мицеллярная вода, она тоже 89 рублей, мне она понравилась, не щипит, очищает кожу, бережно снимает макияж, очень быстро, с первого раза. А шампунь, к сожалению, я не пробовала, я знаю блогер, девушка Ваша Любаша, она очень любит эти шампуни Линда бывает, но шампунь я пока не рискую брать, не знаю почему, но может потом попробую. Так что Линда, хорошее средство. Давайте посмотрим, кто это делает вообще. Компания Клевер, Бауманская делает. Вот. Далее. Взяла мама себе акваминеральный спрей для лица и тела. Увлажняет, освежает, тонизирует. Вот так он выглядит. 49 рублей стоит. Распылять его 30 сантиметров в течение 3-5 секунд. Интенсивно увлажняет кожу, приносит ощущение комфорта. Состав вода термальная, природная, пропипелент, не содержит озоноразрушающих веществ. Ну, обычно вот такой спрей, мама уже пользовалась им. И последнее. Я взяла вот такой крем для ног. 100 мл с экстрактом календулы. Крем для ног быстро впитывается, эффективно смягчает, питает кожу ног, придает ощущение комфортно. Ну-ка. Ну да, такой приятный аромат. Я думаю, неплохой крем. Да, неплохой. Вроде увлажняет. Вот. Мне дали в подарок под глаза Вилента акула с лифтингом. И за рубль можно выбрать было, как, ну там такой какой-то бред лежал. Фонарики какие-то, одни пленки на iPhone 4. Пришлось брать одну пленку на iPhone 4. У меня просто знакомый есть iPhone 4, он пользуется. Отдам ему эту пленку. Еще я брала мужу
боксеры по 119 рублей. Ну, я их не буду сейчас показывать в кадре, потому что он уже их носит. Вот. Так что это все на сегодня покупочки, магазин заодно. Извиняюсь за предыдущее видео, я не знаю, что произошло со звуком, с демонтажом, я не знаю. Я уже пыталась увеличить громкость, ничего не делается, и из-за этого я сейчас снимаю повторно обзор на магазин заодно. Приношу свои извинения, что так получилось со звуком. Надеюсь, в этот раз звук намного лучше. Спасибо вам за просмотр, жду от вас комментариев, лайков. Всем пока-пока!